Мартин, зачем вы так? Отдаю старый долг. Пока бесполезно. Надо дождаться момента. Кажется, он начинает уставать. Момента. Вы больны. Я могу помочь вам. Хочу делать больно! Мне нельзя сделать больно! Больше нельзя! Тормоза? Нет, и ладно! Вышло же в тот раз! Юрий, угол 42 и 1 еще перекрыт? Да, улица закрыта еще на месяц. А что? Следующая станция – тюрьма. Верните груз в лабораторию. Вперед!
Это Мэри Джейн Уотсон. Оставьте подробные сообщения, я с вами свяжусь, как смогу. Привет, это я. Дай знать, когда захочешь поговорить. А СМСки — это не разговор? Не-не-не-не, не в том смысле кончено! Скажи нет, скажи нет. Ха, ладно, ладно. И не ладно. Что тут обдумывать? О, да ты что? Класс. Вот и все. Ли отправился за решетку. Дыхание дьявола у Соболя. Что ты чувствуешь? Что я чувствую? Как у тебя со временем? Плохо. Что для тебя подвиги, для меня бюрократия. Но я хочу сказать, молодец. Спасибо, Юрий. Я хотел это услышать. Занимаясь Ли, я оставил город без присмотра. Пора снова стать дружелюбным соседом-паучком. Ночью могли видеть перепады освещения на плоту. К сожалению, это не результат работы электрического стула. Нет. Судя по всему...
Барабаньки. Надеюсь, уж вы-то хоть на что-нибудь способны. А то те ребята... А, стой! Какие-то вы... Питер, в это место прибывают грузы с сувенирами для магазинов Чайна Тауна. То, что они импортируют, я бы на полку ставить не стал. Наркота? Демонов. Похоже, в контейнерах они привозят своих приятелей. Это объясняет, как в страну попадают иностранцы с криминальным прошлым. Когда группа исполняет четвертую песню на бис, а ты так уже, я домой хочу. Подходите, ребята! Паутины у меня на всех хватит. МДЖ, звони в полицию. Все демоны подготовлены. Не забудь принести мне сувенир. Думаю, теперь все под контролем. Можно пойти в лабораторию и немного побыть Питером Паркером. Джеймсон прав. Ты тут геройствуешь, а нам потом приходится за тобой подчищать. Что это вы на меня взъелись? Фиска отпустят. Сомневаюсь. У нас против него железобетонные улики. Их больше нет. Грузовик с вещдоками перехватили. Что было на этих жестких дисках, мы уже не узнаем. Он так просто не отделается. Я верну эти диски. Ладно, думай, думай. Все вещдоки снабжены идентификационными чипами. Если я найду эти чипы, найду и жесткие диски. Надо спешить. Я, конечно, смеюсь над Джеймсоном, но то, что он про меня говорит, некоторые принимают на веру. Люди Фиска украли жесткие диски у полиции, а виноват почему-то я. Ладно, главное сейчас, чтобы Фиску это все не сошло с рук. Вовремя. Судя по всему, их еще не разломали. Ну что, отберем у Вилли билет на свободу? Кто там? Интересно, что за новые патроны? Да нет, выучил! Надо было пойти в стоматолог. Выключаем. И все? Вот. Диски не повреждены. Отлично. Осталось вернуть их в участок в адской кухне.
Вот бы увидеть рожу Вилли, когда он об этом узнает. Небось, поперхнется тюремным винишком. Фиск никуда не денется. Я принес жесткие диски. Секундочку. А как это ты, интересно, узнал, где их искать? Может, вы с главарем и правда заодно? Вы серьезно? Зачем тогда мне их возвращать? Думаете, мне больше заняться нечем? О-о. Ракеты! Прячьтесь! Эй, вам не кажется, что это перебор? Это что, шутка? Они бросили против нас все силы! И все ради дисков? А про облако вы не слышали? Что, не нравится? Черт, где прикрытие? А до этого разделаться со мной! Гангстеры экономят бензин, по крайней мере, Фиск заботится об экологии. Прижмите его к земле! Пропала связь с ребятами на крыше. Черт, кто-то из людей Фиска пробился наверх. Говори, где винты? Иди к черту! Это ты зря! В тюрьме. Вижу движение. На воле. Вот, вижу его! Баук, ты меня прости. Я насчет тебя ошибался. А Джеймсон пусть катится к черту. Премного благодарен. Один вопрос. Это правда, что ты из другого мира? Ага, Куинс называется. До встречи.